миру по нитке. Поток неравнодушных жителей Кызыла к этому дому не прерывается с 26 января, когда у многодетной семьи сгорел дом. Помогают кто чем может – теплой одеждой, обувью для детей и родителей, продуктами и даже мебелью. Вещами новыми, тут с этикетками, тут тоже все за этого на. Игрушки тоже новые. Вот, неравно помогли. В ночь с 25 на 26 января в одночасье семья осталась без всего. Заметив пламя, мать успела вынести из горящего дома всех своих детей. Однако, как говорится, беда не приходит одна. Пока бежали за помощью к соседям, трехлетний Макар, испугавшись, убежал. Мама вместе с соседями пыталась найти ребенка своими силами, но безуспешно. Тоня птенья пугает-то никогда. А я пугают. Там у меня как у тутки дом. В это время инспекторы ДПС, обеспечивавшие безопасность дорожного движения вблизи места происшествия, заметили, что на проезжей части лежит ребенок. Отметим, что в эти дни в Туве стояли сильные морозы, а в эту ночь столбик термометра опустился ниже минус 47 градусов. Мальчик не подавал признаков жизни. Дорожные полицейские, не теряя времени, передали ребенка медикам. Завтра планируется оперативное лечение, остеоклептомия, ампутация пальцев, обеих кистей и стоп. Спасибо тем гаишникам, которые обнаружили моего ребенка. Вообще говорят, то, что случайно мимо даже проехали, говорит, просто вот, ну, как мелькнуло что-то. Огромное спасибо тем людям, которые откликнулись, помогли и вещами, и деньгами. История многодетной семьи, попавшей в беду, не оставила равнодушным никого. Вопрос своевременной помощи погорельцам поднимался на уровне главы Тувы. 26 января на левобережных дачах произошел пожар, сгорел частный дом. Ну и, соответственно, без жилья и вещей осталась многодетная семья. Четверо малолетних детей, которые мама смогла вынести из пожара. Это Валентина Кононова. И сейчас один ребенок в больнице находится, получил серьезное обморожение. Ушел от дома на 600 метров, пока мать вытаскивала остальных детей. Поэтому я хотел бы, чтобы агентство по делам семьи и детей, по поддержке этой семьи, предприняло меры, соответственно, муниципальная власть во взаимодействии и так далее. Агентством по делам семьи и детей в настоящее время пострадавшей семье от пожара было оказано социальная помощь – это в виде теплых вещей для детей, а также семьи. Также семья поставлена на учет, на службу сопровождения. В дальнейшем наши социальные работники Центра социальной помощи семье и детям города Кызыла будет оказана семье помощь. Несмотря на все жизненные трудности, глава семейства строит большие планы – построить новый большой дом вместе с Макаром. В Туве губернаторский проект «Социальный уголь» будет продолжен и охватит больше участников. По информации Республиканского агентства по делам семьи и детей, с момента запуска губернаторского проекта в 2016 году социальную поддержку «Бесплатный уголь» получили около 1500 семей. В прошлом году социальный уголь отгружен более 720 семьям, где воспитывается около 3500 детей. В этом году социальные работники Кызылского района хотят увеличить количество получателей адресной помощи. К тому же список получателей будет существенно обновлен. Кроме того, по поручению главы Тувы с 2018 года в проект попадут не только сельские, но и многодетные семьи города Кызыла. Также по условиям проекта всем участникам компенсируют часть затрат на электроэнергию. Как поясняют в агентстве, средства напрямую перечислятся на лицевые счета получателей в энергоресурсной компании. Если говорить подробнее, то попав в проект, многодетная семья получает 2 с лишним тонны угля плюс компенсацию за электроэнергию. Я курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 54 копейки. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества.
целью сохранения и актуализации лучших традиций празднования национального праздника Шагай, семейных ценностей, традиций и роли семьи в обществе, Центр тувинской культуры объявляет открытый республиканский электронный конкурс-выставку фотографий «Традиции Шагай в нашей семье», посвященный году развития малых сел в Туве. Для участия необходимо прислать фотографию семейного празднования «Шага». Работы будут приниматься по номинациям «Тувинская национальная кухня», «Тувинские национальные игры», «Национальная одежда», «Обряды, связанные с «Шага», а также архивное фото. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ночью минус 36, минус 38 градусов, днем минус 24, минус 26.